Всем тихой ночи. Долго я откладывал в долгий ящик эту тему, но для всего приходит свое время. Да, пришло время обсудить SCP-3999. Под названием я есть центр всего, что происходит со мной. Тем более, что на канале уже набралось немало просьб разобрать этот объект. Да и ВКонтакте одно время меня часто просили объяснить этот текст сайта SCP. На первый взгляд, сама страница объекта похожа на страшное нагромождение графомании и бреда. И на второй взгляд тоже. SCP-3999 — это один из тех текстов, которым нужно достаточно долго приглядываться, чтобы написанное приобрело хоть какой-то смысл. Особенно помогает такой хитрый прием, как чтение с конца в начало. Применив его, я более-менее понял, что к чему. И в этом видео я попробую рассказать историю этого объекта логично и по порядку. Однажды в зоне фонда номер 118 устроили плановый осмотр камер содержания. Когда сотрудник фонда занимался этим, он встретил камеру с номером SCP-3999. И в этом была проблема, потому что такой камеры по документам быть не должно. Более того, у камеры стояло 4 человека в форме охранников SCP. И зачем и почему они там стоят, не мог объяснить никто, включая их самих. Когда сотрудник, занимавшийся осмотром камеры, вошел внутрь, он увидел километровый спуск вниз, по ходу которого постоянно встречались якоря реальности Скрентона, каждый из которых был разрушен таким образом, как будто взорвался изнутри. Якоря реальности Скрентона — это устройство, предназначенное для стабилизации реальности. Что-то перегрузило их настолько, что они взорвались. На самом дне этой шахты лежал мертвый ученый фонда по имени Джеймс Толоран, имевший 3-й уровень допуска. Информация об этом человеке практически не было. Было понятно только то, что он недавно приехал в зону 118 и сразу неизвестным образом пропал. При себе у него была документация по поводу содержания SCP-3999, которая представляла собой отборную чушь и бред. Собственно, то, что мы читаем в начале на странице этого объекта. Из этих документов работники фонда сделали вывод, что SCP-3999 представлял собой некую могущественную сущность, способную изменять или даже полностью разрушить реальность, вызвав конец света. Однако похоже, что Толоран смог как-то нейтрализовать это существо и предотвратить уничтожение своего мира, что стоило ему жизни. Что такое SCP-3999, не ясно. Разве что можно понять, что это могущественная сущность, вышедшая откуда-то из-за пределов мира, и которая пришла лично за исследователем Джеймсом Толораном, попутно уничтожая окружающую реальность. Кто смотрел видео про проект Частокол на этом канале, тот уже догадался, почему так происходит. А кто не смотрел, посмотрите. Ссылка появилась где-то на экране и в описании. SCP-3999 имеет настолько огромную власть над тем миром, в который он вошел, что он изменяет реальность вокруг Джеймса так, как писатель переписывает свою историю. Текст в начале объекта написан как будто автором, который не знает, как ему поступить с его персонажем. Мы читаем множество незаконченных фраз и зачеркнутого текста. Из-за этого, кстати, есть такая популярная теория, что SCP-3999 — это как бы сами авторы текстов по SCP. Они придумывают для своих персонажей все новые и новые приключения, наполненные страданиями и превозмоганием. Мне кажется, это не совсем так, но к этой теории мы еще вернемся. Еще насчет самого объекта понятно, что SCP-3999 нацелен на Толорана и хочет, чтобы он максимально страдал. Он преследует ученого фонда, разрушая и извращая саму реальность вокруг. Так что да, моя теория заключается в том, что SCP-3999 — это все тот же червь, которого я упоминал в видео про Частокол, а Джеймс Толоран служит ему очередной приманкой, за которой тот следует, прогрызая дыру в ткани реальности, отчего самого Джеймса бросает из одной ситуации в другую, как в бредовом сне безумца. В начале Толорана охранники фонда держат в полном одиночестве. Потом агенты фонда убивают его семью у него на глазах, затем помещают в другой SCP-объект, потом долго и непрерывно допрашивают. Затем он оказывается в циклично повторяющемся шоу талантов. SCP-3999 придумывает все более странные и унизительные ситуации, в которые помещает Толорана, пытает его, сам допрашивает его и, наконец, проводит с ним несколько миллионов лет в замкнутой временной петле посреди какого-то полностью уничтоженного мира. Но, несмотря на все это, Толоран смог победить этого монстра, и его мир не был разрушен потусторонней сущностью. Более того, сам мир вернулся к исходному состоянию до вторжения SCP-3999. Только вот Джеймс в итоге умер.
Окей, в общем смысле объекта 3999 вроде разобрались. Потусторонняя дичь, которая прицепилась к ученому фонду и ломает мир вокруг него. Но самая мозгоразрывающая жесть тут, конечно же, в деталях. Для начала, как именно SCP-3999 мучает Толорана? После серии обычных пыток и издевательств объект засунул исследователя в SCP-2432. SCP-2432 это номер в отеле, обладающий аномальным свойством – промывать мозги всем своим посетителям. SCP-3999 создал целый мир, целое параллельное измерение на основе этого объекта отеля, бесконечная вереница отдельных комнат, по которым Толоран бродил много лет, теряя остатки разума. В довершение к разрушающему разум эффекту, комнаты были забиты разными отвратительными существами доверху. Там были орды крыс и гигантских клещей, а бассейны были набиты мелкими злобными акулами. Фонд SCP взял это измерение штурмом, убив по пути самого Толорана. Но, конечно же, 3999 не дал ему умереть, а только лишь отправил на новый круг страданий. SCP-3999 стер все данные о работе Толорана в фонде и забросил его в зону SCP, где его поймали и начали допрашивать как чужака. На допросе Толоран рассказал, что он сотрудник фонда и в последнее время живет как во сне и ни на чем не может сосредоточиться. Но все, что говорил опрашивающий, это то, что такого сотрудника у них нет и никогда не было. Допрос закончился внезапно, реальность вокруг растаяла, и Толорана снова начало кидать между различными эпизодами пыток и всяческих унижений. Однако они не смогли сломить волю Джеймса и уничтожить его рассудок полностью. В какой-то момент Толоран понял, что у его противника есть одна уязвимость. Он понял, что SCP-3999 нуждается в нем, чтобы существовать, во всяком случае в рамках его мира. Или, если придерживаться теории, что этот объект это и есть червь, то он привязан к миру через самого Джеймса. Поняв это, исследователь смог взять контроль над ситуацией и даже создать сценку, в которой он сам допрашивает SCP-3999. Фраза объекта из допроса мы прочесть не можем, зато мы видим, что говорит сам Джеймс. Он говорит, что за 3 миллиона лет пытки в зацикленном куске времени он не просто не сошел с ума от унижения и боли, он понял природу и сущность происходящего. В объекте есть ссылка на SCP-2845. Этот объект — это древнее божество в форме оленя, и в тексте объекта есть объяснение, что древние божества не имеют собственной воли, они действуют по определенным правилам, они ужасны и непознаваемы, мы можем видеть лишь малую часть их многомерного существа, но они все же своего рода машины, а не живые существа, потому ритуалы и заставляют действовать их определенным образом. Джеймс понял, как заставить объект восстановить разрушенный мир и уйти из него навсегда. Единственная проблема, что для этого Толорану пришлось провести ритуал, в ходе которого он и погибает. В конце объекта есть большой кусок текста, который открывает еще одно измерение смысла, так сказать. Дело в том, что он написан от лица безумного автора статей на сайте SCP. Безумный автор статей на сайте SCP. Хм. Если зайти в комментарии к статье на английском сайте, можно увидеть, что сам автор этого объекта пишет, что у него какие-то психические проблемы, и из-за них он, возможно, забросит написание текстов для фандома. Далее в том же куске текста мы читаем, что автор очень долго думал над историей Толорана, много писал и стирал. Ему никак не удавалось придумать достойную историю. То есть SCP-3999 это действительно конкретный автор с сайта SCP, который написал этот объект, и об этом же он пишет в обсуждении. Там написано: «Этот SCP обо мне, этот SCP о моей привязанности к этому сообществу, этот SCP о моей психике». Дочитав этот большой кусок текста, мы понимаем, как именно Джеймс Толоран победил SCP-3999. Он приходит к нему во сне и достает искривленный кинжал, которым разрезает себе рот. После этого в комнате появляются самые страшные из монстров SCP, которые спросили самого автора, на что тот тратит свою жизнь. После этих слов Джеймс воткнул нож автору в живот, и тот проснулся. Выходит, что непознаваемые сущности, древние боги внутри мира SCP, снаружи него это просто люди, которые что-то пишут по этой вселенной. С другой стороны, в SCP-3999 персонаж смог превзойти и победить своего автора, а это делает этот объект отличным развитием идеи патофизики. Кстати, ссылку на видео про патофизику вы тоже можете найти в описании, потому что тот ролик это прямо-таки продолжение этого видео. Вот, теперь на канале есть видео про этот безумный SCP-3999. Рано или поздно на канале появится все, что было упомянуто в комментариях. Всем пока!